А если Дима у кого проблемы, будет, сразу говорите что-нибудь. Или Дима выйдет сразу. Может, как тогда он вышел, это вообще не вариант. В центре штрафной залип ушел. Ну, я думал, спецом выйдет сразу. Вот это улажище. Это, видимо, Дима, да? Там какой-то юзер джойн, зачем? Как-то не вовремя. Короче, Дима, если это ты, если чуть какие-то лаги, лучше выйти сразу, чтобы... Это не Дима, было, да. В нужный момент. Матч я очень бы важен, на самом деле. Битва за первое место. Ладно, ребят, давайте. Тачи. Пока команда играет средненько. С учетом результатов в лиге они, скорее всего, останутся, но пока рано говорить. Ой, что-то я не пойму. Мне кажется. Рано. Мяч перехвачен. Да, защитник давай, молодец. Лэмпа. Оу. Переставляй на меня. Переставляй на меня. Влади, давайте втроем, а ты еще берем. На тебя? Окей, Сань. Давай на меня переставляй, да. Ну, ЗП, ЗП, порники назад. Блин, короче, у меня залипла картинка, не могу переставить. Смотри, смотри там, Тёму смотри. Че, навес или что? Тём, на дальнюю, Сань, прям на дальнюю, чтоб Артём... Тулик, не надо перелезть, не надо, не надо. Я залипла, выиграю. Пробу скинуть, да, Лёша. Пока неплохо. Знаете, нормально, начал. Нет, не было, не было. Давай я попробую вверх, а ты в Ване постараюсь. Давай, присели, присели чуть-чуть. Смотри, не надо. Вот. Отлично. Балотелли. Потеря. Пытаюсь тебя как-нибудь. Я пытаюсь, Вань. Хорош. Вообще здорово. Сразу можно. Да сука, ёбаный ты в рот! С подкидочкой, конечно. Такое лицо еще. Так же. Что вылетает? Дима, наверное, уходит. Разъебу нахуй, блядь. Да, Дима, уж. Понял, Дима. Торрес Санс. Лево, флаг, хорошо. Маля, играем, все, без расстройств, играем. Собрал, да, сейчас вперед, конечно, кинь там на нападающего. Да. Виталь, также, махаемся, иди на ЛЗ, Виталь, на ЛЗ, иди. Я давай. На ударе сейчас. Встречайся. Повернешь? Не, Ваня, я прыгну. Так-то я могу сделать. Ясно, контратаку ставь, оборону. Хорошо. Вот теперь идут. На Ваню, да. Ваня, лезь. Просто долгий корпус не делаешь. Да, не получалось корпус. Все правильно. Потеря. Ой. Не убегай, Игорь. Мишка, режь угол. Удар поворота. Хорош, Саня. Проверка вратаря. Он на месте никуда не ушел. Ой. Хорош. Мишка снял просто. Один. Какой навес! Это плохой пас. Хорош. Сразу подбор. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Или. Нормально, мяч на наш. Ваня, выиграешь. Не выиграю. Ой-ой-ой. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Мишка, смотри, тебе сейчас полетит. Центр. Интересная атака. Забивать надо! Да, блин! Восхитительный удар головой! Гол! Вот как там прошло вообще? Все шикарно прошло, да. Спокойненько закатывает мяч в сетку, издевательски. Как будто вы ожидали чего-то другого. Из-под себя. Сделать. Да, позволили получить мяч, из-под пройти себя, к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но ясно. Особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. 1-0, сейчас будет веселее. Там с тобой сразу. В центральной зоне. Вань. Берешь? Блять, я думал, Игорь уже будет... У меня он не прыгал уже. Я начал уходить. Там твоя позиция была. Понятно. Не понял. Да, включайся. Блин, Дима в атаке бегает, охренеть. Вань, ставь что-нибудь. Дима в атаке... Поставлю на контратак.
Агуэро. Я выражаю сейчас. Если будет, будет все, что я говорю, не просто сейчас у нас нахер ушло. Говорю же, не давать идти бесконечно. Надо пробовать выбивать по флангам, они в центре очень Агуэр. Большое здесь количество. Опять, Вань, на него до конца, до конца, до конца. Папастатополос! Пиздец. Ох, какой гол! Какой гол! Ну, нельзя давать идти в центр. Если чувак идет в центре и смотрит, все, считай, его момент проебали. Ну, мы с Ваней забили. Мы с Ваней забили, такой же, по сути. Даже два. Ну, первый там такой. А вот второй, не как же он такой же, как у нас первый, даже сложнее. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. Там не поймешь, кого держать. Я одного держал, он выбежал другой. Таких голов в этом сезоне положил, а? Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Да, потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это как сквозь-то прокатил. Да почему глаза-то пошел, я не знаю. Отдавался. Верхом, верхом. Швайнштайн. Да, включай. Да. Леш, я даже не представил, как включать. Вот здесь можно. Суарес. Пенальти. Пенальти. Нет. Да какой пенальти? Чисто этим финтом на пенку не уйдешь практически. Да ладно. Ну иди быстрее. Дальняя вообще пустая сейчас была. Неплохо задумано, но защита один. Не дремлет и навес не проходит. Сейчас посмотрим. Угловой. Леш, пытайся навесить не раз, от линии, а наоборот. Мяч. Ну точнее от линии убегай, не в линию беги. А то ты будешь навешивать в линию, успей, и тогда он кипер заберет. Могу на скидку это сделать. Тут сейчас вообще можно тут по надальню. Ибрагимович! Ой! Перетек уже мяч в линию ворот, и если бы не защитник, счет на табло был бы уже другой. Но гола нет. Смотрим дальше. Не прошла эта передача. Вперед, Ваня. Соперника. Будто. Да, блядь. Близко к воротам бегает. Лучше там, чем здесь. Попасть на топ. Выигрывает борьбу у защитника. Вот стоит вообще просто. До свидания. Отличный чистый отбор. Прекрасная игра в защите, спасает сейчас защитник свою команду. Сейчас будет попытка удара. Обратно в центр и удар, скорее. Итак, у нас аут. Еще не потеряно, играйте по флангу. Да, да, осторожно, держите и все. Они так и носятся по флангу. Это же рост турист. Че от них ждать еще? Не убегай пока. Блядь. Отличный навес. Самый настоящий подвиг мы сейчас видели в исполнении защитника. Команде впору поставить его в память. Достает. Не может удержать его в руках. Что происходит? Ты сами что сдали, да, не можешь? Замечательно. Пиздец, блядь. Мяч в руки не берется? Да сука, ну ты издеваешься, что ли? Блин. Что было? Мы свалили? Ясно. Что целый тайм есть? Все нормально. Вот это ближний, да. Скорее всего будет либо ближний заброс, либо ближний пас, фланг заброс. Или сразу заброс. 3 минуты будет набор. Давайте, на 45 надо положиться. Тём, пошел. Догонишь. Блин, это обработка дело, да. Это обработка. Так бы принял. Бил бы, наверное. Ваня, я знал, что я понимаю. Серьезный перевес, да? Сорян, пацаны, блядь, реализация у меня пизда. Просто пизда. Я не знаю, лишь Лиза можно было или нет. Да ты все нормально сделал, просто вот он обработал так, что. Тебе надо было, может, сходу бить прям. Да, Вань, нет, там принимаешь, а просто расстреливаешь какой-нибудь угол. Просто он может работать. По итогу момента надо было бить с года. Мне кажется, головой, да. Ну,
нелогично все равно бить так. Это если знать, что вот так закрывается. Ну, ты так не знаешь. Либо не успеваю ведь. Если не успеваешь, можно то окей. Можно не успеть, конечно, да. Если бы Ваня бы сказал, что вверх. Да я знал, что от него летит. Я просто игрок обработал так сам и все. Все, ладно, поехали. А камбэчить уже пора. У нас никогда камбэк не живой, нет? Бывает. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Ух ты, ёпт. Эффектная передача в пятый. Дальше что? Лэмпа. Это ЛЗ. Круто. Стань, стань, стань. Блять. Не везет. Так какой медленный удар какой-то. Да нормально, просто не попал. Пофиг, играем. Я забыл вот этого большого, Ванька, страхочек. Швайнштайн. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Ну, надо бить было. Все, конечно, понятно, честно говоря, лучше. Или выпить вот там. Пас вообще. Прикинь, не удалил. Красный, красный. Пропал, значит. Вообще, ну, все, конечно, круто. Красную карточку достает арбитр. Ладно. А штрафной-то опаснейший. Вот сейчас давайте три пас. Вот на Тему попробуем. Давай пас, 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 быстрее, я на Тему выдам. Какой удар! Еще бы на дальнюю сейчас нас тоже. Давляй, переставляй, надо давить, давить. Моменты есть. Конечно. Могли вести уже. Могу на дальнюю прибежать. Давай, Сань, 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 давай, Сань, давай, давай, давай. Далее рано. Прекрасная передача. Виталь, открывайся последний. Леш, сделай просто сейчас ему дальнюю. Он выбежит и попробует дальнюю. Там не будет закрыто. Давай, переставляй. Виталь, когда он мяч Лешу, вот тогда беги. Кто как оранжевый, как не вижу пониже. Как только Леша положит мяч, да? Я не переставляю. Ну давай, пой, давай, пас, пас, страхуй. Хорошая передача. Типа. Не туда мяч пошел чуть-чуть. Вперед. Я думал, он пойдет на дальнюю штангу. Вань, Вань, в сторонку. Мишка, вперед, вперед, просто вперед. Прочитал передачу, окей, совершил перехват. Сейчас будет заброс по флангу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блин, все в одну ту кучку стянулись. Не, ну блин, кучку, можно было 4 раза забрать. Все, в оборону. Не тянуть до конца и ждать, не ждать, пока все убегут до конца, понимаешь? Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Уилшер. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Решил пробить. Агуэро! Спасает вратарь. Мяч у него. Успеешь? Я думал на Ване. Виталий. Ты говоришь, типа, как будто. Уилш. Попасть на топ. Жесть. Ну а че? Это реально русский лист, по сути. Бот вообще не бежит, просто не бежит. Вот пар. Ну похер. Ставь Ваня так мощный прессинг, чтобы он психовал. Выйдем. Даю там. Сейчас пустил, подожди. Да вперед, вперед, хватит сзади катать. По 8 пасов, блин, сзади. Вань. Врезал, врезал на тебя. Давай, давай, дави дальше сразу. Мяч будет введен в игру из. Что ты там машешь руками? Миш, давай на форварда сразу, Ваня, иди штрафной, Ваня, иди, 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 Ваня, иди, иди, иди. Где штрафной, так, блин, ну это... А у меня так край попробую. Значит, на вот они в крайне попробуют. Сайда нет. Нет, конечно. Попасть на топ-лес. Ой, бот. Ну бот, вы просто жмите там ЛБ, да. ЛБ, чтобы он психовал, ушел на него. И вообще ведь ничего не делается. Не получается подачи, защита легко с ней справляется. Торрес Санс. Слишком быстро спешите вперед. Это как-то... Итак, у нас Холли. Стал... Блять, ну тут. Да, я там пока я буду идти, они все вернутся, понимаешь? Тулик. Ебать, это явно не я выйду.
Давай. Что ж я, блядь, перепрыгиваю? До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Пихнитель просто, давай, давай. Тёма, с тобой здесь. Не, да я уже все, я уже в офсайд. Да я уже в офсайд убегал, по сути. Я пас пораньше. Мне кажется, сейчас можно. Хотя нет, все равно. Да, там камбу копейки все равно. Высокую бы оборонку только так. Таль, давай ты на этого, я. Да. Блять, проебал. Да, да, он под себя будет, поэтому. Ждите это. Тёма. А? Удар. А жопа. Проверка газа. Ай. Да нет, он все еще здесь. Сорян, сорян. Раньше это называлось. Сорян, уж переставляй. Угу. Не переставляй. Там, пец. Давай, Артём назад. Ну что, чувствую, сейчас заводим. Игорь, давай. Ай. Да что ж такое-то? Да, ну, как ты чё, блин? У меня такое ощущение, что он и так бы упал, если бы ты его не тронул. Да, упал бы ворота, ворота летел. Ваня вылез за ворота. Давай, давай, кидай. Сань. Правда, хорош. Сань, вешай, вешай. Бля, да он не съест, блядь. Даня, смотрите левый, правый фланг, наш правый фланг. Да, я вижу. Ну, я даже на своего друга переносить не могу. Да, логично, они делают всё правильно. Тулик, в центр. Я думал, когда на ЦОПе атака заканчивается. Попасть на топ. Очень похоже на то, что тянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Давай, пусть люди до конца все вынесу будет. Играйте, играйте, играйте. Вань, Вань, Вань. Вот это удар! Один есть. Один. Давай, найди какая-то минута. Не рассчитывать на равную игру. Полетели. Сейчас вспомню, жесткий прессинг, бью вперед. Ну что же, подобрались нахер поближе к сопернику, но еще пока уступают. Фу. Один гол. Защите только не надо лететь, потому что у них сейчас запрос какой-то. Посмотрим, как сейчас заиграет команда. Ну они до конца будут. Время тянут. Время тянут. Зачем вообще нужно мяч, конечно, забрать? Они сейчас будут забрасывать. Пол. Нет. Оставить. Свисток в положении хуже. Шо? Переставляем мяч. Я пойду вперед. Да, оба пойдут. Я говорю, я не могу переставить. Я же судя за это. Я подошел к крышу. Окей, ладно. Тёмка вперед. Довести дома эту атаку так. Я вперед. Вань, получай. Я решил добавить 3 минуты. Заново. Край. Мяч выбит, угроза миновал. Еще раз. Отличный сейв вратаря. Киберки не до конца. Игорь, 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 оставайся, оставайся здесь, оставайся. Игорь, Даня, Игорь, Леш, оставайся. Сейчас дотянут, выпнут и все. Ну да пусть тянут, ну что, можно еще загрутить. Ну можно попробовать, конечно. Ай. Да? Финальный свисток. Ну, блядь, сорян. Вот я не знаю, блядь, что-то за хуйня была. Ничего. Просто две глупости пустили, дефолтные, все. Как раз... И сами не забили, я не знаю. Как раз пустили все, на что нужно было обратить внимание, так и пустили. Просто посмотри потом, Лёш, блядь, пиздец. Я Ваня украл игры в голову, охереть. Ты понимаешь, что я, мало того, что я... Типа стоял просто там в раме, он меня мяч коснулся, я еще, блядь, и на отбор там усмотрел нажать. То есть я мяч выбил еще оттуда, блядь. Это пиздец. Вот последний гол, который ты пиздец. Ты, смотри, там бипас делает. У меня игрок не разворачивался просто. Он шел задом. Почему? Посмотри, блядь. Вытащил из пустых. Это пиздец. Лучший защитник соперника, наш нападающий. Сука. Сань, запиши этот гол. Сань, ты не вышел из матча, да? Чего тебе записать? Запиши этот момент. Какой? Который Игорь забивал, а этот Ваня вытащил. Зайти посмотреть этот момент в матче? Слушай, вот.